В числе мероприятий Керченского РЭСа начался массовый спил деревьев, который способствует сохранению исправности линий электропередач и охране жизни и здоровья жителей города. В правилах охраны электрических сетей указан пункт: деревья не должны расти в охранных зонах электропередач. Охранная зона линий электропередач – это от крайнего провода в неотклоненном положении делается вертикальная линия, опускается на землю. И такая полоса отвода от линии 0,4 киловольта, это 2 метра в каждую сторону. Ну, грубо говоря, под линией электропередач 0,4 киловольта, которая у вас по улицам проходит, значит, должна быть 5 метров полоса, 2 метра в одну сторону, 2 метра в другую сторону и метр под линией. Грубо говоря, 5 метров должна быть полоса отведенной земли, на которой не должны расти деревья. Сейчас КРЭС проводит работы в частном секторе, и землевладельцы, в свою очередь, имеют обязательство выполнять элементарные требования по охране линий электропередач. Что касается жителей частного сектора, они являются землепользователями, и согласно правил охраны электрических сетей, согласно всех нормативных документов, они свои земельные владения должны содержать в соответствии с законом. То есть те деревца, которые они посадили даже, или их родители, или их предшественники какие-то посадили в охранных зонах, ну как бы пускай даже они растут невысокие, красивые, пускай с них собирают там плоды, я не знаю, ягоды, орехи, яблоки, но следить за их состоянием – это святая обязанность этих жителей. Значит, деревья не выше 4 метров в охранных зонах. Люди часто неадекватно относятся к спилу деревьев, сами работу не выполняют и работникам КРЭСа препятствуют. Даже если понимают, какую угрозу представляет близкое соседство веток и электрических проводов. А ведь в Крыму в последнее время зарегистрировали немало случаев, когда людей поражало электрическим током. Зачастую такое происходит при соприкосновении с оборванным проводом или с мокрой древесиной, если человек находится на недопустимом расстоянии от линии электропередач. Были препятствия, там и скандалы, и угрозы, и звонки во всевозможные станции, что мы там им мешаем, они нас этому не просили. Ну, повинна, наверное, наша доброта, что мы их вовремя не написали материалы в админкомиссию, их не оштрафовали. Значит, те люди, которые выдано предписание, они произвели обрезку деревьев, материалы будут направлены в правоохранительные органы и в административную комиссию. Для справки, близко расположенные ветви деревьев негативно влияют на состояние воздушной линии электропередач. Происходит схлёст проводов, а это ведет к снижению пропускной способности и уменьшению сечения линии. Перспектива в нашем случае логична. Потребители в центре или в конце улицы перестанут получать должное напряжение в 220 вольт, а виноватыми, как обычно, останутся работники КРЭСа.